Расфасовывать китайский чай будут у Могилеве. Про это попередне домовились мэр Могилева Владимир Цумаров с керавництвом города Чанша, провинции Хунань. Продукция с этого региона представлена на выставе у Могилеве. Город Чанша у лику наибольш экономично развитых городов Китая. 14 предприемств представили свою продукцию на трехдневной выставе, якая разгорнулась у музычном колледже имя Римского Корсакова. Тут у основным фарфор, фейерверки и сотни видов чаю. Есть намер заключить домовы не только на поставку этой продукции у гандлевую сетку Могилева. Я хочу, чтобы сегодня был, значит, представитель именно в городе Могилеве с регистрацией и созданию так совместного предприятия, в том числе по производству чая. И вот даже вот в ходе вот этой непродолжительной встречи есть такая договоренность, что будет фабрика в городе Могилеве строиться именно по, значит, производству и, значит, расфасовке изделий, которые сегодня производятся в Чанше. Китайские фирмы представили на выставе менавіта тыя гатунки и виды продукции, яких няма у гандлёвых сетках Беларуси. Сейчас китайские предприятия очень заинтересованы инвестировать в Могилев, Могилевскую область. Наши экономики, они очень взаимодополняемые. Я уверен, что в Беларуси есть тоже товары хорошего качества, которые понравятся и будут пользоваться популярностью в провинции Хунань, в городе Чанша. У супрацовництве Могилева с городом Чанша великие перспективы, упэўнены гости. И китайский бок затекавлены у белорусских продуктах харчавання. Татьяна Сергейчик, Миколай Соболев. Новини региона.